С самого утра в местном отделении партии «Единая Россия» полным ходом идет сортировка гуманитарной помощи для жителей Курска. Ежедневно мытищинцы приносят сюда все самое необходимое, а кто-то даже целыми коробками. Памперсы, обычные продукты питания. Ну, в принципе, здесь большой объем. С каждым днем все больше неравнодушных горожан протягивают руку помощи курянам. Люди приносят сразу в больших пакетах гречку, макароны и другие крупы. Собирают все, что может быть полезным в эту трудную минуту. А волонтеры пунктов сбора в Мытищах проверяют качество продуктов. Везде проверяем сроки годности, все, чтобы безо всяких помощи. Кроме того, жители приносят одежду для детей и взрослых, футболки, носки, а также куртки, плащи, перчатки и обувь уже к осеннему сезону. Приходят и говорят, это либо детское, либо взрослое, все прямо у нас сортировано. Также продолжают нести подушки, одеяло. Огромная работа ведется в Мытищах ежедневно. Волонтеры помогают собирать, сортировать, упаковывать и доставлять гуманитарные грузы. А эти товары отправятся нашим соотечественникам уже в начале следующей недели. Даже небольшой вклад каждого способен спасти жизнь ни одной семьи. Оказать поддержку пострадавшим можете и вы. Адреса пунктов сбора вы видите на экране. Светлана Покровская, Алина Сири, Первый Мытищинский.